Геопарк Умдория, турбазы близ рек Волги и Свияги, Сенгилеевские горы и не только. В Ульяновской области есть живописные места отдыха. Осталось довести до ума туристические объекты. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина в Ульяновскую область направлено более 142 миллионов рублей. Поддержку получат проекты участники федерального конкурса. А условия по этому конкурсу – вложение не менее 50% собственных средств. Там будет создаваться в селе Аксаур парк-отель, хороший, современный. Будут строиться домики в лесном массиве, такой комфортной очень зоне, в рекреационной. Я думаю, ульяновцам, гостям региона очень понравится. Кроме этого, безусловно, и другие территории мы без внимания не оставим. Это и проекты будут реализованы в Чердаклинском, Старомайнском районах. В этом году мы уже 15 проектов поддержали на те средства, которые нам были выделены ранее. Владельцы турбазы «Семейная усадьба» в Ульяновске получили от государства 3 миллиона 470 тысяч рублей. Это грантовые средства. Сумму вложили в возведение 4 модульных домов. В августе залили фундамент. Сейчас продолжается строительство. Завершить работы планируется к ноябрю. Окна домиков будут панорамными, а для тепла проведут подогрев полов. А фреймы и барнхаусы, ну, это просторные, с большими окнами дома, как сейчас модно, современно. Вот, в этих домах будет везде теплый пол для комфорта, ну, и, соответственно, все удобства будут в доме. Бани не предполагается, но бани есть у нас на территории, если что, как говорится, можно будет воспользоваться. У каждого домика будет своя отдельная территория с мангальной зоной. Барнхаус представляет собой архитектурный стиль, основанный на простоте и функциональности. Он отличается от других направлений простыми линиями и прямыми углами. А фрейм – архитектурный стиль, акцентированный металлическими конструкциями. Модульные строения для отдыха также создадут в Димитровграде, Чердаклинском, Новомалыклинском, Индинском и Старомайнском районах. Инвестиционные проекты прошли отбор в Минэкономразвитии Российской Федерации. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.